Добрый вечер, друзья. Приятного аппетита. Это огурчики и помидорчики, которые мы сегодня на грядке подобрали несколько часов назад. Пахнет великолепно. Единственное, что мешает вот внимать этому запаху, это запах от курочки, которая здесь в каком-то соусе сырном. Свет, что это за соус, скажи? Это с грибами соус. А это с грибами. Сырок там есть, да, я чувствую. Сырок, картошечка. Все органическое. Светочка, это что за органично вписывающееся? Что это? Капустный салат такой. Так, салат. И еще, знаете, запахом добавляется лимончик. Вы скажете, а лимончик-то куда? Ну вот куда? К этому вот этот лимончик. Хочу сказать, это не наш участок, у нас еще зреют, пока не дозрели. Да, воды мало, полива мало. Значит, у нас гость, друзья. Вот я на фоне гостя вам покажу бутыляку. Вот гость и бутыляка. Бутыляка кажется больше гостя, но это не так. Значит, бутыляка является коньяком. Коньяк называется Делузе XO. Если вы никогда, друзья, не пробовали этот коньяк, и даже, может быть, не в курсе, откуда он такой берется, слава богу, есть Google, правда? И никто из нас там не забанен, и, значит, вы посмотрите. Это хороший коньячок, очень хороший. Давайте мы передадим камеру нашему гостю. Гость, смотрите на камеру, так сюда, значит. Друзья, я подготовил заранее почву, я снял там пленочку. Это тяжеленная штука, металлическая, даже вот. Слышите, да. Металл? Это настоящий металл, тяжелый, хороший. Нет никаких сил, друзья. Нет, к сожалению, посуды специализированной. Придется, знаете, чем из чего Бог послал, значит, мы... Так, немножко... Свет, ты не будешь с нами коньячком? Нет, она не хочет. Вообще, женщины из Киева, по моим наблюдениям, я, правда, вот только Свету знаю в этом смысле, вот, они не пьют советского воспитания. Не пьют этого дела. Значит, давайте, может быть, мы... Светик, может быть, ты туда камеру возьмешь? Я кушаю. Ты кушаешь? Ну, хорошо. А оператор, может, он во время, он совмещает. Так, во время. Ну, давайте я, может быть... Ты поставь ее на три ногу, если хочешь. Подожди. Раз уже я тут... Вот не пил бы. Вот только бы... Ты возьми лимончик, чтобы... Только бы нюхал. Вот только бы нюхал, друзья. Только бы и нюхал. Все. Остывает уже, да, быстрее? Женщина, ну как ты можешь? Я... Ну у нас еще есть, собственно, я почти же не отпил. За встречу, как бы, за того, кто принес эту амброзию в наш дом. Как-то даже, знаете что, я уже тогда допью, а потом лимончик. Сейчас. План изменился, я думал сначала, это нечто. Нечто. Давайте мне как. Значит, у нас, друзья, инициатива перешла к гостю. Ну, Алексей, понюхайте, как, вы же первый раз. У меня есть пару слов. Давайте. Бокал в моем. Давайте. Значит, в первую очередь хочу поблагодарить Михаила за то, что пригласил меня в гости. А во вторую очередь хочу его очень сильно поблагодарить за то, как он сильно мне помог во многих вопросах, не будем говорить в каких. А то люди подумают, бог знает что. Ну, это связано, естественно, с поиском работы. С поиском работы, с какие-то советы. Так. Это очень важно, иметь такого человека, который тебе всегда что-то подскажет. Ну, большое спасибо. И начинаем пробовать. Давайте. Не зря. Так, лимончиком. Дело в том, что у Алексея с приобретением этого коньячка была связана история. То есть ему на работе в компании Expedia ребята посоветовали. То есть там есть, я чувствую, тонко чувствующие люди. Есть эксперты, которые... Не из Индии? Они из Украины.
А, вот так, да? Так, окей. И чтобы приехать к Михаилу в гости с коньяком, который бы оставил в памяти Михаила какой-то маленький слежок. Следок. И наших зрителей теперь. Угу. Я воспользовался знаниями экспертов. Угу. Эксперты посоветовали его такой коньяк. Угу. И теперь, как выяснилось, эксперты были призваны не зря. Но вы еще и, как бы сказать, приобрели его не просто. Да, с приобретением возникли проблемы. Коньяк оказался в маленьком количестве. Дефицитная вещь. Угу. Пришлось немножечко поездить по городу Сан-Франциско и поискать его. Где же он все-таки есть? Да. Ребята в одном магазине его искали, везде по складу его не нашли. Открыли базу данных и увидели, что он есть в другом магазине. Но до закрытия того магазина осталось всего лишь 15 минут. Так. Пришлось поспешить, Михаил. Так. Поэтому не сильно было, конечно, сложно, но это того стоило. Ну, понятно, вы взяли чужую машину и уехали на ней. Вот. В тот магазин. Самое главное. Так. Раз уж мы рассказывали уже про машины. Да. Есть еще такой сервис, который называется GetAround. Dotcom. Суть его заключается в том, что любой человек, у которого есть машина, он может ее предоставить в публичный рент. Отдать эту машину на растерзание всем. Вот. И цены там тоже, в принципе, не высокие, в зависимости от крутости машины. Но в этот вечер я был на машине BMW. BMW. Да. Она была очень близко к моему офису, и чтобы все успеть и еще и побегать по этим всем магазинам и наконец-то найти этот очень редкий коньяк, вот пришлось воспользоваться этим сервисом, покататься, поспешить. То есть вы успели за 15 минут в соседний магазин? Мы успели, еще осталось на поиск коробки от него. Коробку не нашли? Коробку не нашли. Вот так, друзья, я перевожу снова на бутылочку. Вот так, друзья, добро очередной раз победило зло. И вот мы с вами можем, если не лично, пригубить, что на самом деле это даже может быть для здоровья и лучше. Да. Когда кто-то еще пригубит, а вы на него посмотрите. Вот. Тебя не поймут. Да. Света, видите, как она, женщина критического мыслящая. Ну, друзья, на этом месте мы с вами и прощаемся. Если где-то доведется бутылочку такую, очень рекомендуем. Правда? Рекомендуем. Рекомендую. Главное, чтобы было у вас где ее купить. Все, отлично. Двигаемся дальше.